В общем, у нас последний день стажировки. Пусть стажировка подходит к концу, и каждый из нас, включая Даяну, которая болеет, вот, но, хочет сказать свой отзыв про стажировку. Все, кто это смотрит. Что ты пил на новогодней тусовке? Все подряд. Какой кальян тебе понравился больше всего? На просрочную. Я про цвет. Да, черный. Назови три факта про студию. Охуенно высокая, очень много людей. Тут пиздатая кухня. Чем ты занималась большинство своего времени, когда ты не работала? Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь и... Как проходит наша летучка? Огонь, очень вкусно. Вопрос когда был. Дедлайн. Угу. А это я что, реально сам должен сделать? Идите, что, реально, блядь, сам? Почему не печатает принтер? Будет печатать. Почему он со мной не общается? Огонь, очень вкусно. Понимал, где я получу кучу времени, но вопросов не задавал. По типу... И потом шел разбираться, короче, сам. Огонь, очень вкусно. Сань, ты ночевал в студии? Да. Как тебе? Короче, потрясающе. А, Диана ночевала? Ночевала. Как тебе? Не выспалась. Я тут всю стажировку жил. Заебись. Нет опыта. Предатель среди нас. Знаете его. Саша, задай какие-нибудь вопросы от себя. Еще 10 минут. Короче, потрясающе. Здравствуйте, о событиях пятницы, 24 ноября. Твою мать, красотища какая! Просто сейчас я очень занят. А чем ты занят? Это пока секрет. Извините меня, мне пора. Я сейчас вот обращаюсь к Господу Богу. Если ты меня слышишь, если ты нас слышишь, сотвори чудо.